Уже завтра Мурманск попрощается с солнцем на целых 40 дней. Полярная ночь в столице Заполярья начнется 2 декабря и продлится до 10 января. Интернет-редакция ТВ-21 решила выйти на улицы города, чтобы узнать у северян, что помогает им пережить этот непростой период. Ну, справляться тяжело, конечно. Самое лучшее, если можно выехать куда-нибудь, набраться солнышко там в ноябре, в декабре. Но если нет, то пьем витамин D, омега-3. Гуляем побольше, да. В бассейн. Это мой выход из полярной ночи. Он дает физическую нагрузку и дает энергию и позитив. Когда живешь продолжительное время здесь и почти всю жизнь в Мурманске, то, наверное, уже организм привыкает к этому циклу полярной ночи, полярного дня. С делами и время пролетает быстро, и полярная ночь пробегает тоже, иногда и даже незаметно. Витамины у нас в магазине натуральные продаются, яблоки, апельсины, мандарины. Все, что нужно, новогоднее. И прогулки, конечно. Вот видите, сейчас гуляю, погода хорошая. Можно, конечно, уехать, но если нет такой возможности, высыпаться. Что еще? Завтракать обязательно, чтобы силы были на день. Мы на севере уже живем почти 70 лет, так что мы привыкли. Лук, чеснок, конечно, надо употреблять. Вот. Подальше от красивых девушек быть. Самый главный рецепт. Спать надо столько, сколько положено. Ни больше, ни меньше. И больше гулять. Все.